видео номер 2. Летим минут 5, наверное. Ветер завывает такой, что мама не горюй. Холодно очень. Солнце село. Мы летим уже где-то метров, наверное, 120 от земли. Спускаемся потихонечку ниже и ниже. Ну, состояние нормальное. То есть, в принципе, опытный инструктор со мной рядом. То есть, он меня подбадривает, говорит, что все хорошо. Поэтому можно спать спокойно, лететь спокойно, не нервничать и не переживать. Все, отлично, приземлились. Спасибо. Опа. Отлично. Все хорошо, все прошло удачно. Ну, дорогие телезрители. Угу. Поздравляю с полетом. Спасибо большое. Сейчас все это повыключаем.